Вата? Что это? Это туалет делает у меня на столе, Тимка. Я не сдурел, честно. А всем привет, с вами Тимон, и неделя дурацких экспериментов начинается. Я решил возобновить свою очень старую рубрику, где я сливал предметы в специальный туалет, не подключенный к системе. Если вдруг, не дай бог, кто-то решит повторить это, мамка или ваша жена-подруга вам устроит адскую ночь. Не вздумайте повторять. Лично я уже получал, ну ладно. Короче, у меня есть специальный туалет, и Тимка, что ты тут делаешь? Да, есть желание подурачиться и провести эксперимент. Кто не в курсе, я уже сливал 100 тысяч арбизов, заливал в сливной бачок жидкий азот и пробовал сливать кокули. И даже смешивал кока-колу с ментосом в туалете. Да, было жестко. Но больше всего вы просили слить огромного, гигантского лизуна в туалет. Это, наверное, нереально. Ставьте лайки и поддержите эту рубрику, если вам она понравится. Но перед тем, как мы начнем, проведем еще один сумасшедший эксперимент. Как думаете, сможет ли танк уничтожить противника в полете? Давайте проверим это. The World of Tanks, ведь тут после обновления все стало как в реальной жизни. Танки работают даже на слабых компьютерах. Скачать World of Tanks бесплатно можно по ссылке в описании к этому ролику. Я подумал, покупать столько лизунов, ну, нереально дорого. И я решил сделать сам этого гигантского лизуна. Если честно, у меня полно видео про лизунов, но я еще ни разу сам не делал ни одного лизуна. Только покупал их из Китая. Короче, я посмотрел главных лизуна-экспериментаторов, Алекс Бойко там и Стасию, и решил делать флаффи лизуна. Ну, вроде он прикольный. И у меня для этого есть целая обойма силикатного клея. Да, смотрите, это жесть, сколько его тут. То, с какими звуками он выливался, заслуживает отдельного видео. Да, я еле-еле доваливал его. Это же, блин, концерт комедии. Нереально сдержаться, ну, очень прикольно. Короче, его тут просто немерено, и я решил его немного подкрасить. Флаффи означает воздушный, и воздушность ему придает крем для бритья. Так, у меня есть для этого крем, выливаем его и побольше. Получился здоровенный килограмм, наверное, на 10 лизун. И да, я еле-еле его поднимаю. Блин, такой тяжелый, совсем не флаффи получился. Но зато прикольный, тянется такой огромный. Наверное, даже можно прибить. Прикиньте, кого-то прибил лизун. Да, не прикольно. Короче, все это мне нужно будет слить в специальный туалет и проверить, можно ли сливать вообще лизуна такого огромного в туалете, или он застрянет. Как всегда, жмякайте на голосовалку и угадывайте, как вы считаете, это реально или нет. Лично я думаю, 50-50, все до этого прекрасно сливалось. Да, но этот зараза огромный, липкий. Блин, мы еле-еле его вытащили из миски, а теперь нужно будет запихнуть в туалет. Жесть, он так липнет. Фух, так, вроде бы мы сделали. Ну что, ребята, погнали, начинаем. А перед тем, как мы начнем, загадка. Как считаете, с помощью чего можно перебраться через реку без моста? Проверим. Для эксперимента мы взяли World of Tanks, ведь тут за 5 минут можно получить больше эмоций, чем за час в любой другой игре. Если вы захотели это проверить, ссылка на World of Tanks есть в описании под этим видео. Перейдя по ней, вы получаете игру бесплатно, а новичков ждет приятный подарок. Начинаем.
Видите, он забился. Да, куча воды вылилась, а лизун застрял. Нереально его, блин. Да, он тут вроде бы как тянется понемногу. Возможно, нужно слить еще воды. Ну давайте попытку номер два. Да, все это не очень прикольно выглядит, и лизун такой уже, знаете, неприкольный, приятный, по крайней мере, на вид, и да, это жесть, полная жесть, лизун не проходит ни в какую. Два слива в туалет, а, ну, только малую часть его слили туда, все остальное в системе, и нам все это придется чистить. Да, жесть, радует, что он не подключен к дому, и это все можно будет прочистить, ну и поэтому вывод. Ни в коем случае не сливайте лизуна в туалет, ни большого и ни малого, иначе у вас заведутся вот такие какули или слизи. Как всегда, с вас лайки, если хотите поддержать эту рубрику, 30 тысяч лайков, я выпускаю следующую серию. Пишите в комментариях, что еще слить в гигантских масштабах, и обязательно подписывайтесь, если хотите не пропустить эти видео. А на этом все, ребята, всем удачи и пока-пока.